поздравляю вас с 30-м сухарем. На самом деле, это уже несколько матчей. Каждый раз статистика КХЛ выдавала нам, что мы ждем от Ежова сухарь. Вы это знали? Не знал. Я не читаю особо новости. Но приятно, наконец-таки, да. 30-й получить. Но заслуга командная, не личная. Вот так вот вы не пропускаете шайбу на полотенце. Одноклубника не заметили. Да, сегодня все ловлю. Удачи. Несколько слов вообще об игре сегодняшней. Получилось ли то, на что настраивались, или даже больше? Вообще ждали, что будет так на ноль, так легко, как казалось бы? Нет, это не легкая победа. Все равно все вложили огромный вклад. Хороший хоккей показали дома. Болельщиков порадовали. Они опять нас завели, поддерживали. Лучше просто. Очень было приятно дома опять играть. Спасибо. Что за фирменное празднование, когда уже все прозвучало? Прозвучала сирена об окончании матча, вы клюшкой в лед ударили, что это означает? Гвоздь поставил. Гвоздь? Гвоздь.